Число резиновых квартир уменьшилось. Так называют фиктивную регистрацию иностранных граждан по месту жительства. То есть они регистрируются в жилом помещении, но по факту не проживают. В конце прошлого года с регистрационного учета сняли 38 таких граждан, и работа МВД в этом направлении продолжается. Напомним, что за регистрацию гражданина на основании заведомо ложных действий предусмотрена административная и даже уголовная ответственность для собственника. По Приморскому краю уже возбуждено 29 уголовных дел по данной статье. Хотелось бы донести до наших граждан о том, чтобы они были бдительными и за вознаграждение какое-то мифическое, которое предлагают им за регистрацию, не совершали данного нарушения, потому как оно несет за собой дальше уголовную ответственность.